Итак, сегодня середина июля. Мы приехали на пикник, значит, с моим другом пикник и его друг. Вот на этой большой машине, ну большой небольшой, но машине. Интересно, но у французы почему-то очень любят делать пикник на обочине дороги. Вот для меня это такой сюрприз. Дорога. Мы, значит, сидим вот здесь. Вот наши вещи. Вот другие французы. Они приехали на велосипеде, семья. Бабушка, видимо, дедушка. По-моему, ребенок с ними, не знаю, не вижу. Вот. И тоже здесь вот основались на пикник. Ну, если честно говоря, машина ездит все время. Я не знаю почему, но им так нравится вот именно на обочине дороги. Сегодня так умеренно жарко, где-то примерно градусов, ну, 28-27. Вот смотрю на листики на дереве, до этого было прямо около 40 градусов, и все сгорело, вся листва сгорела. Ну, ветерок такой, в общем-то, приятно. Мужчины, они занимаются охотой и вот сейчас разговаривают о вот своих охотничьих делах. А у меня такое время есть, несколько времени поболтать сама с собой. Вот до этого я, в общем-то, просидела в машине 2 часа, потому что они ходили, смотрели охотничий домик. Очень интересуют их конструкции, как это все обустроено в охотничьем домике. Я один раз, когда поеду туда, я сниму, потому что довольно-таки интересно. Ничего подобного я в России не видела. И не знаю. Вот, в принципе, снимать здесь-то особо и нечего. В принципе, вот природа такая самая-самая, что именно есть, обыкновенная. Небо какое сегодня синенькое, такое красивое. Вот. Что тут, машины, природа. Можно пойти посмотреть, что там. В принципе, я могу посмотреть. Вот, кошмар. Ой-ой-ой-ой. Вот я поднялась, хочу снять окрестности. Тут вот какие-то цыгане обосновались. Я делала заметки. Цыгане довольно-таки странные. Белые волосы у цыган. Вот поехали велосипедисты на своих велосипедах. Женщина с мужчиной. А нет, они без ребенка. Я думала, они с ребенком, они без ребенка. Аж солнышко. Вот здесь вот такое вот место для пикника. Довольно-таки интересная здесь придорога. Не знаю, посмотрю, что там дальше. Вот часто делаю свои видео. Там что-то беспорядок какой-то. Вот тоже смотрю. Вроде Франция должна быть чистенькая. Нет, беспорядок. Вот вся листва погорела от жары. Такая жарища стояла, просто невозможная. До того было жарко. До того тяжело. Вот. Ну, вот так. Вот тут они тут отдыхают, лежат. Два. Кадр. В кадр попал. Так, попали в кадр. Ну что, вот там интересно, не знаю что. Вот никак не могла понять, вот эти цыгане наливали воду людям. Не понимаю я. То ли они просто поделились своей водой, то ли они ее продают. Вот, ну, ничего не могу понять. Не знаю, я тут систему эту понять не могу. Везде валяются какие-то бумажечки. В общем-то, тоже своего рода. А, вот здесь я нашла водоем какой-то. Сейчас посмотрю, что это такое. Что там такое? Сейчас посмотрю. Да, валяются везде эти стаканчики одноразовые. А какое-то маленькое озеро, как вроде как... Ну, я не знаю, что это. Не озеро, болотце маленькое.
такое болотце там, не знаю, его тоже видно, это болотце или нет. Ну, ничего красивого такого особого здесь я не нахожу. Вот они цыгане рыбу ловят. Цыганский вот этот фургончик. Они там ловят рыбину. Периодически к ним кто-то подъезжает. Пойду я посмотрю вот на этот, вот на этот водоемчик. Пойду я посмотрю. Господи, боже мой, какая грязюка кругом. Какая кругом грязюка. Пойду я посмотрю вот этот водоемчик. Что это за водоемчик? Интересно довольно-таки. А ну да, вот для рыбу ловить довольно-таки интересно. Да, речка, речушечка. Наверное, начинаются каналы здесь. Я даже не знаю, что это. Вот, я думаю, каналы начинаются. Ну, в принципе, вот в принципе, такая зелененькая вода. В принципе, место довольно-таки вот здесь живописное. Я бы сказала, приятно. Не полезу я туда, я боюсь тут наступить на что-нибудь нехорошее. Вот так примерно. Вот, обзор сделаю. Ну, в принципе, видимо, уже все это при... Как сказать, часто ездим на природу, часто бываем здесь, и, по-видимому, все это как-то уже немножко приелось, что ли, как это сказать-то, как обыденно, а в принципе красиво, природа красивая, в принципе. Она такая, может быть, обыкновенная, немножко даже такая примитивная, но все-таки это природа. Вот большие камни лежат тут, чтобы никто не ездил, заграждения, вот тут заграждения деревянные стоят. Все как бы так устроено, подустроено. Просто много очень туристов. И от этого, как сказать, они... Ой, вот велосипедист проехал. Говорит, осторожно. Или бонжур, не знаю, что мне сказал. В общем, я как идиот хожу и все снимаю. Вот на меня тут цыгане поглядывают. Что-то такая тут ходит, разгулялась. Ну, вот так. Вот такое виде. Что-то упало, сейчас посмотрим. Ой, сколько каких-то бумажечек. Вот, что-то рассказывают там. Так смотришь на них, такие смешные они, эти французы. Довольно такие странные. Вот сейчас, не знаю, хочу снять его, а где он, не могу снять. А в кадр не попадает. Не знаю почему. Не могу понять, почему в кадр не попадает. А вот, попали в кадр. Спасибо. Супер фильм. Пока-пока.